А сейчас о благополучном возвращении из Рязанской области аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по нашему региону. Пожарные вернулись оттуда после оказания помощи в тушении природных пожаров. Особенно сложной была обстановка в районе поселка Голованово и деревни Ольгина. Здесь был установлен лагерь с соблюдением всех необходимых условий и систем жизнеобеспечения. Тверские пожарные имеют большой опыт борьбы с природными пожарами в родном регионе, поэтому перед ними была поставлена главная задача не допустить, чтобы огонь перекинулся на населенные пункты, а также помочь ликвидировать возгорание. Вместе с группой к месту тушения пожаров прибыла техника повышенной проходимости, благодаря которой пожарные имели возможность добраться до возгораний в труднодоступных местах. В состав аэромобильной группировки вошли 40 человек, в том числе и молодые специалисты. Самым сложным при тушении данных пожаров – это непредсказуемость его, так как во время тушения пожара ветер мог усилиться, он мог поменять свое направление. Когда фронт пожара идет на нас, он может перепрыгнуть через нас даже метров на 400 за спину, и это неоднократно происходило, и в этом как раз-таки заключается вся сложность тушения лесных пожаров. Задача нашей аэромобильной группировки была поставлена непростая, но я считаю, что мы справились с ней успешно, населенные пункты мы защитили. Всем сотрудникам, принимавшим участие в тушении природных пожаров, была объявлена благодарность. Также сотрудники Главного управления МЧС России по Рязанской области поблагодарили коллег за поддержку в трудной ситуации, отметили, что только слаженная работа позволила ликвидировать угрозу населенным пунктам.